что вы нам не разрешите. Вы же не разрешаете. Нуркишев написал заявление, вы его сразу же на 15 суток. Я бы написала, вы бы меня также оштрафовали. Хватит, у меня два штрафа уже на 200 тысяч есть. Хватит издеваться над народом. Понимаете, хватит. Мы хотим это донести. Но что вы разворачиваетесь? У вас нет аргументов. У вас нет аргументов, потому что вы понимаете, что вы не правы. Что вы ушли? Если вы сотрудник Акимата, идите и разговаривайте с людьми. Узнайте их чаяние, что они хотят, для чего они сюда пришли. А не так вот разворачиваться и уходить. Это сотрудник Акимата Ахмарова. Вот так они с людьми разговаривают. Вот мы подавали заявку, нас взяли, посадили. Не первый раз это. На месяц, когда вот этот китайский экспансия был, тоже подавали. Месяц ждали, нет, нам не разрешили. Это все блеф. Что? Дайте заявку, не дали заявку. Никогда нам не разрешает. Она сказала, передаст. Сейчас она стала не расходитесь, да, я передам ваши данные, так как они уже на собрании. Попросили не расходиться. Представители и... Евросоюза. Имейте в виду, вот здесь вот сотрудники, имейте в виду, они сейчас в курсе, что мы здесь. Если вы нас сейчас разгоните, а они нам сказали дождаться, так как сотрудники их не выйдут, сейчас просто у них идет уже совещание. Если вы сейчас нас разгоните, и они, выйдя сюда, увидят, что здесь никого нету, имейте в виду, ваши действия противозаконны. Они уже знают, что мы нужны. Сотрудники выполняют приказ. Они не самостоятельно действуют, но должны понять они тоже. Один человек не может. Виноват.